Привет! Привет! Вы на канале Саша Тур? Да! Мы готовим сегодня... Что мы готовим, Саша, напомни? Лапку! Запеканку готовим. Запеканку? Да, запеканку с фаршем и беконом. Для этого нам понадобится картошка. Мы ее уже натерли на крупную терку, посолили, поперчили. Добавили немножко чайную ложку майонеза и чайную ложку сметанки. Да! Да, и сейчас будем... Лапку! Это бекон, Саша. Лыбку, бекон. Нет, это бекон, это мяско. Мяско? Ой, да. Сейчас съешь и туда положим. Это маленькая тарелка. Смотри, как мы будем его укладывать. Или готовую нарезку. Бекон сырокопченый. Фарш у нас уже готовый. Здесь у нас фарш и перемолотый лучок. Фарш свиноговяжий. Нет, не надо так, Саша, сильно. Сильно не надо так сильно. Получилось у нас. Теперь мы нарежем кружочками. Тоненькими. А Сашенька будет выкладывать, хорошо? Подожди, не спеши. Сашенька начала выкладывать помидорчик. Я пока натру сырок. Фарш весь спрятать. Прячем. Вот, все, спрятали наш помидорчик. Сейчас мы берем сыр. Я сама. Вот мама берет сама, потому что что-то не поранилось. А ты выложишь. Там сыр. Понадобился нам всего лишь один. Я вешу сырок. Средний помидорчик, 4 средних картошки мы почистили, потерли. Где там упаковку, сыр? Где там сыр? Да, сырокопченого бекона. И фарш у нас где-то 200 грамм ушло на эту маленькую емкость тоже. А теперь что мы делаем? Теперь мы делаем вот такие вот штучки. Мы бекончиком нашим накрываем нашу запеканочку. Вот так. Помогаем. Молодец, умница. Так, как у нас красота получается. Да.
кажется, она у нас будет минут так 45. А теперь соль? Нет, солить мы не будем, потому что бекончик у нас уже подсоленный. Все. Отправляем. Отправляем наше произведение в духовочку. А что будем солить? Все. Высекаем время и ждем. Наверное, приготовление. Вот наша запеканочка приготовилась. Она еще горячая. Сейчас мы отрежем кусочек. И кто первый будет пробовать? Я. Конечно. Саша гуляла, пока она готовилась. Нагуляла аппетит. Сейчас мы красота. Саша будет пробовать. Класс. Вкуснятина. Вкуснятина. Приятного аппетита всем. Да. Пока-пока. Ну, пока-пока. Пока. Так попрощайся, помаши.